Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1234, и сегодня я опять на стриме ТикТака. И, ребятушки, я решил провести с ним дуэльку. Ну, я уже с ним проводил дуэльку, но я сейчас хочу реванш на какой-нибудь крутой скинчик, возможно. Давайте, ребятушки, я прямо сейчас сижу у него на стриме, сейчас я задоначу ему 1850 рублей, все ради вас, очень дорого. Спасибо, братуха. Я смотрел твой видосик. Красавчик, красавчик. Прикольный видосик был. Давай, конечно, конечно, братишка. Давай на керу. Давай на 1к голды. 1к голды. Ну, го. Ребятушки, я сейчас буду дуэлиться с тиктаком на 1к голды. Так, ребятушки, это реванш. Я должен вам взорвать просто. Главное, чтобы вам было интересно. Ребятушки, подписывайтесь на канал Тут Let's Play. Ведь мы делаем для вас все, чтобы вам было интересно. Опять он за спецназ. Ё-моё, ребята, у меня как в первый раз, у меня руки трясутся, вот смотрите, я не знаю. Ну реально, это капец какой-то. Еще одна дуэль с тиктаком, ребята, если я в этот раз проиграю, то это будет просто конец какой-то. Во, вот керамбит, бро, продаю керамбит. Он на этот керамбит хотел сыграть со мной. Ух, неплохо. Смотрите, раз, два, три, бау. А у него что, это скорпион? Да, это скорпион, gold flame, это из новой коллекшн. Ребята, давайте на 1к голды, я должен побрать тут и деньги, и все, тут и репутация Сафика 1234 на кону. Я верю в себя, главное, чтобы вы в меня верили. Он сейчас возьмет дигл. Я пока что еще не так хорошо научился играть на дигле, но на глоке я тоже не очень хорошо играю. Поэтому, ребятушки, будем пока что экономить денежки. Хотя мы же не в ММ играем. Йоколомене. Ай! Задолбался. Глоками. Ой, я тебе... Йоколомене, я еще ни одного раза не попал. Может, сбегаем обратно, купим дигл, чтобы противовес оказать. Я успею купить или нет? Главное, чтобы меня в спину не убили. О! Дигл! Все! Ребята, купили дигл. Сейчас я вам покажу, что такое настоящий дигл. Ай, да как, я ж пропрыжку сделал, еще и денежку потратил. Забрали, отлично, просто бум, и так упал на подшок, ребяшки, отлично. Пистолеткой всегда всем проигрываю, потому что на пистолетах я вообще играть не умею. Я даже не знаю, что берем, что не берем, давайте сэкономим в этот раз. Пробегаем на Б. Смотрите, какой у меня глок, ребята, 29 киллов уже сделано, у него уже какая-нибудь эмочка. Да, конечно, мы же на 1к голды играем. Ну как? Блин, я думал, он где-то там, ну ладно, я что-то тупанул. Отлично, забрали, нормалды. Все, хедшот, ребятушки, Сафика раскатывают. СМ4, самурай, Йоколомене. А что он играет только с пистолетом? Это челлендж какой-то или еще, я не понимаю. Это что, смертник, что ли? Все, ребята, появились денежки. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Давай, Сафик, пожалуйста, ну хоть один раз выиграй тиктака. Велю-то мы выиграли. Опа, попался. Ха-ха, нет. Сейчас хедшот. Ай, блин, сколько? 96 хп, ё-моё! Я сказал, хедшот будет. Блин, кстати, у меня лоу хп осталось, 4 хп. Нормально. Вот, блин, в прошлый раз он залетел, я был такой, знаете, уже уставший. Сейчас я еще такой плюс-минус подразмятый, и то можно было бы и лучше сыграть. P90, юмпик, ё-моё, ребята, главное, чтобы меня в сухую не раскатал. Ай, так. Так хочу себе вот что-нибудь нормальное, ребята. Так, давайте. Симпика можно, конечно, по... Да блин, да ты издеваешься, бро. Опа, попался. Все, у него уже лоу хп. Тихо. Офигеть, он что, телепортируется, что ли? Все, забрали. 4-0, нормально, раскидали. Так, ребята, на что мне хватит? О, денег-то полно. Все, ребята, берем АКР, АКРочку, пожалуйста. Один раунд я должен вытянуть. Все-таки на 1к голды, ребята, это считайте один нож. Ай, блин. Да иди ты, да, Уууу, 5-0, нормал дэнс. Что-то вообще прям пожестее, не знаю, может мне ему податься. Ребят, меня сейчас в сухую раскатают на 1к голды, Сафик 1-3-4, я не знаю, ребята, после такого я пойду в какой-нибудь лагерь стендов и буду там обучаться скиллу, где настоящие киберспортсмены играют. Но это капец, это просто пипец. Ребята, да. Оу. Ну хоть один-то раунд вытянул, ребята. Не позорище, не опозорился. Один раунд, не в сухую. Ребята, надо было ставить условие такое. Если я проигрываю в сухую, то тогда мы играем на 5000 голды. Вот. Ну, в смысле, я ему отдаю 5000. Если не в сухую, то 1000 голды. Ну, короче, вы поняли. Схема рабочая. Да, блин, да. Он что, с какой-то снайперкой, что ли, или с чего он? А, он справа вышел, ля, нифига себе, я не ожидал. Е-е-е, так, сейчас он возьмет АВМ-очку, наверное, хух, так. Ладно, все, давайте, размялись, ну, мы поддавались ему, как бы, вы понимаете, я думаю, это прекрасно. Давайте, ребятушки, будем пользоваться хотя бы гранатами и флешками. О!
Опа, Америка, Европа! Нифига себе, я, кстати, ему ровно на голову навелся, и по голове ему стреляю, он живет нормально. Один на один раскатали, ребята, третий раунд, тащу! Как всегда, ребята, у меня первые катки разминочные, потом начинается вот это все, камбэк. Я надеюсь, что я сейчас не сглажу ничего. Ну, конечно, два раунда не надо было поддаваться, вот сейчас вот возьму еще и проиграю. Я вот эту тему не люблю, знаете, когда ты играешь дуэльку, а потом начинаешь проигрывать из-за того, что ты поддаешься. Блин, почему такие катки быстрые у нас с тик-таком, а? Он за 5 минут захотел просто поиграть, да? Братан, ну за 5 минут не играются катки. Ай! Он тут... Ай! Убегаем! Он тут... Ай! Ай! Больно! Ай-яй-яй, он убежал уже. У него еще дрободан. Он сейчас с другой стороны зайдет, да? Нет. Он крысит где-то, а? Ай, да он, знаете, сколько денежек заработал сейчас на этом дробовике? Нормально. Забираем дроп. И играем дальше. Кстати, вот он топает очень сильно. Очень шашки слышно сильно, да. Надо ему поменьше топать, вообще будет зашибись. Сейчас достаем вот эту девочку. Treasure Hunter, ёкал МН. Конечно, не стат трековский, но... Чем рады, тем и рады. Вот, сейчас ему... Опа! Как тебе такое, а? Маслину поймал. Все, ребята, тихо. На шифте. Аккуратно. Чтоб никто не слышал. Опа! Оп! Да как так быстро-то? Нормально. На реакции просто словил. Это не шутки. Один раунд, и я все. И я проиграю один как алды. Давайте, ребятушки, реванш. Давай. Опа. Ой, его тут нет. Он хочет меня быстро забрать, да? Где он, блин? Опять где-то здесь слева, да? В этой дырке. В темке в этой сидит своей. И хулиганит. А-а-а! Ай, ну я ему в голову дал. А, не в голову? 50 хп снял, нифига себе. Мы ему просто так не дадим нас выиграть. Мне еще надо выиграть 5, 6, 7, 8, 4 раунда. Это, конечно, сложно, но можно. Ай, я... А где логика? Он же не ходит туда, он же ходит все время в другую сторону. Так, ребята, сразу выходим на позицию. Хэдшоты раздаем! Па-па-па! Меня в прошлый раз тик-так выиграл 8-6. Давайте сейчас попробуем как-то так. Во-первых, мне кажется, сейчас он поменяет позицию, потому что... Ну... Он, ребят, перемещается быстро. Я гоню быстро. Не хочется отдавать один косарь. Я надеюсь, мне его тик-так отдаст. Так, ну вылези, ну где ты там опять в темке сидит? Надо его выманить. Где-то ходит, непонятно где. Граната, не туда! Только не в спину. Здесь справа сидит. Давай, бро, выходи. Я его не слышу. Ой, мама мия, страшно. 15 секунд! Ты шутишь, что ли? Ай! Блин, это залагало все! По таймингу, по тактике раскидали, блядь. 8-5. Все, спасибо огромное за дуэльку. Так, 1К голды проиграл, да как? Так-то, блин. Ой, ладно, ребятушки. Спасибо огромное Тик-Таку за эту дуэль. Я, ребята, буду ему сливать все больше и больше, пока не научусь играть как он. Где-то сейчас нужно заработать 1К голды. Так, давайте что-нибудь быстро пройдем Treasure Hunter. Могу ТХАКР продать за 0.03. Ребятушки, отдадим ему наш ТХАКР, который мне купил Артем Маришнев. Ну, считайте, что я в нуле, потому что Артем Маришнев мне его купил на дуэльке. Не, бро, скины не надо. Окей. Давайте, ребятушки, продаем АКР ТХ. Ёкал МН, тот чуть-чуть с ним проходил. Продать. 1385. Вот, как раз тут 1100 выходит, ребят, с комиссией. Ну, ничего страшного. Проиграли так проиграли. Ну, все, у меня косарь. Выставляй скин. Какой скин-то он выставит, ребятушки? Только напиши мне. Давай легендарка какой-нибудь поставим скин. Лич, легендарка, 999. Окей, это, по-моему, у нас МП7. Так, мотаем. А, вот, раз, два, три, четыре. 4 наклейки. Купить. Офигеть. Все, купил. Спасибо большое. Хорошо играешь. Ты тоже. Мама мия, ребятушки, ну вот мы с тик-таком сыграли еще одну реванш, и я опять проиграл. Ну ничего в этом страшного нет. С вами был Сафик 1234. Всем спасибо за просмотр этой дуэли. Тыкайте вот на этот вот замечательный ролик. Вот он прям здесь. Либо тут. Я старался как волк, ребята. Бро, дрался. Давайте тыкайте прямо сюда. Тыкай, бро, оно тут. У меня все лицо красное, ребята. Капец, все. Пау.